Так, здесь у нас еще одна посылочка из Китая. Это Bluetooth Wireless гарнитура. T2 называется. Почему T2? Не знаю. Terminator 2. T2. Вот из чего она состоит. Состоит она, собственно, из вот такого уха. Наушника. Так, оно тут прикольно. Прикольно. То ли в таком, в прорезиненном пенопласте он здесь находится. Потом есть кабелек, USB кабелек для зарядки. Стандартный кабелек. Две запасных нашлепки на ухо. Если одно износится. Есть manual. Тоже на куче языков. Английский вижу есть. Окей. Что-то тут еще. Гарантийный талон, как это не смешно. И все, больше ничего. Так, пакуем это туда. Обратно. А, да, к нему же еще есть дополнительное ухо. Оно у меня просто отдельно лежит, поскольку я тестил эту гарнитурку. Чуть-чуть. Совсем забыл. Дополнительное ухо, которая вставляется в мини-USB разъем. Как-то вот так оно. И моногарнитурка превращается в стереогарнитурку. Заряжается через разъем. Есть кнопка включения. Кнопка включения. Она же кнопка поднятия трубки ответа. Перемотка трека вперед-назад. И, соответственно, она же регулирует громкость. Единственный недостаток этого наушника в том, что он только на правое ухо. То есть, как его повесить на левое, я не имею представления. Он здесь, конечно, прокручивается слегка. Вот так вот, типа он движется, но не думаю, что ему можно дать полный оборот. Включаем его вот так вот. Нажали, подержали, она замигала, и теперь вот в таком режиме она готова для пэринга с вашим смартфоном или с вашим ноутбуком, с чем угодно, в чем есть Bluetooth. Выключаем. Да, она при включении говорит что-то вроде Bluetooth device is ready to pair, что-то в этом роде, я точно уже не помню, где-то. Что еще в ней особенного? При входящем звонке она называет номер входящий, то есть цифрами. В принципе, бесполезно, совершенно бесполезная функция, поскольку она читает что-то типа no, 3, 8, 6, 5, 10 и так далее. То есть, вряд ли вы помните все номера вашей адресной книги, чтобы по цифрам, да еще и по-английски определить, кто же вам звонит. Звучание у нее, в принципе, отличное. Я тестил ее где-то дня 4-5. Ровно настолько и хватило батареи одной зарядки. Музычку слушать тоже нормально, если не очень громко. Меня слышат прекрасно. Я слышу тоже отлично, поскольку она вставляется в ушную раковину достаточно глубоко. Ну и, соответственно, звук подается прямо вам в ухо, чуть ли не в мозг. Ну, стоит своих денег, конечно. Батарея держит, как я уже сказал, в режиме нечастых разговоров и немного послушать музон. Ну, где-то 3-4 дня. 3 дня я точно ходил с утра до вечера без подзарядок. На ночь, конечно же, она выключается, поскольку не нужна. Ну, такой интересный девайсик. Я как любитель таких вещей. Рекомендую. Ссылка на продавца будет в описании. Все.